Депутат Одинцовского совета депутатов от партии «Единая Россия», руководитель Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко посетил Большевиземскую библиотеку. Он передал в дар учреждению книги и журналы по растениеводству и овощеводству, которые сразу заняли почетные места на полке новинок. Кроме того, библиотеки подарили подписку журналов по овощеводству. В год столетнего юбилея центра акции по передаче книг библиотеки округа стали традиционными.